Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и я хочу вас всех сегодня поздравить с Днем Победы над немецко-фашистскими захватчиками. К сожалению, за СССР нам поиграть сегодня не удастся, но тем не менее мы отправимся на Западный фронт Второй мировой войны и будем уничтожать и крушить в игре под названием Medal of Honor Above and Beyond. А если вам понравится этот ролик или вы захотите меня немного поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, друзья, давайте же не будем медлить, а сразу пойдем проходить миссии. Пуант Дюхок. Воруем оружие у нацистов для того, чтобы мы смогли взять штурмом штаб гестапо. Так, мы находимся на контрольно-пропускном пункте, и я здесь один, а у меня даже оружия никакого нет. И похоже, я одет в немецкую форму. Неплохо. Надеюсь, они не заподозрят ничего подозрительного. Ну, я типа веду себя тут довольно странно. Разговариваю сам с собой. А ребята, они, ну, тоже не глупые. Ну, буду надеяться, что все хорошо. Ребята, не обращайте на меня внимания. Как только я найду пушку, я приду и прострелю тебе голову. Тебе я тоже прострелю каску и голову. Ты по всей дороге, будь осторожнее. Ради всего святого, перестанем махать. Я просто стараюсь быть дружелюбным. Эй, ребята, я скоро вас всех убью! Улыбайтесь и машите мне. Воу, авиация пошла в бой. Нифига себе, вот это бункер. Это настоящий дзот. Нет, это дот. Долговременная огневая точка, и она очень мощная. Это побережье, друзья. И в скором времени здесь будут высаживаться союзники. Это просто сумасшедше красиво выглядит. Очень круто, реально. Похоже, мы не только штаб гестапо уничтожим, но еще и внесем неразбериху в ряды врага. Это было бы крайне полезно в нашей ситуации. Блин, я такого в играх еще не видел никогда. Прям дух захватывает. Ах, сейчас бы искупаться в прохладной водичке. Тепленькой. Итак, смотрите-ка, мы приехали на склад. Странно, что нас сюда так просто пропустили. Типа, ну, у меня даже пропуска никакого не спрашивали. И вот так вот безнаказанно мы паркуемся задом, да, и начнем загружать бомбы, мины, ракеты и все остальное. Ну, конечно, ракет здесь никаких нет. Чекпоинт достигнут. Возьмите несколько ящиков и погрузите их в грузовик. Ну что, пора воровать немецкие боеприпасы? Давайте грузить их в грузовик, блин. Ха-ха, мафия вспоминается. Так, ну да, вы все помните, да, во второй мафии миссию в порту, где нужно было грузить ящики. Говорят, в первой мафии еще жестче была такая миссия. Так, ну чё, оп, еще один погрузили. И в этих Так, не надо тут стоять и вот наблюдать. Я просто обычный, ну, рядовой грузчик, если пожелаешь. Я тут, ну, нам это все пригодится обязательно. Опаньки, опаньки, убираемся с базы. Так, это мне понадобится, а вот это мне понадобится стопудово. Ну шо, понеслась! Ха-ха-ха! Воу-воу-воу-воу-воу, начинается что-то очень горячее. Черт возьми, черт возьми, черт возьми! Как-то они резко среагировали на нас, вам не кажется? Прям очень резко. Ни с того ни с сего, можно сказать. Блин, тут я еще вижу Панзерфауст, а это значит, что рано или поздно будет вражеская техника. И с ней тоже придется как-то что-то решать. А ну стоять! Бочки, они взрываются ведь, да? Всегда красные бочки в играх должны взрываться. А, больно-то как! Бочки, взрываем все бочки! Главное стрелять в бочки! Жесть, куда ты едешь-то? Больная твоя голова! Ты куда? Чё кругами-то ездишь-то? Это глупо, чел! Я ж не могу один отстреливаться! Там же второй еще в кабине есть! Почему он не помогает мне? Почему я здесь только... Вы охренели, пацаны! Ну давайте как-то вместе, может быть, будем воевать. Ну и не хочется вас даже никак обижать и оскорблять, но мы все вместе типа союзники. И все боремся ради общего блага, ради мира во всем мире и все дела. Но вы могли бы и помочь мне в этом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Бэм! С одной руки, красотища какая! Так, мне нужна вторая пушка, буду с двух рук... Ай, нельзя две пушки брать, как всегда. Обижает. Ладно, возьму винтовочку. Попаду в него, не попаду? Попал! Хе-хе! Даже удивительно. Привык в шутерах перезаряжаться после каждых двух или трех выстрелов.
А в такой игре, конечно, это не совсем... Оу! Мать моя, мать моя, мать моя, мама, 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 где моя мама? Фу. Легко? Легко? Вы хотите сказать, это легко? Ладно, за нами сейчас будет по-любому погоня. Ну, справились. И собрали довольно много боеприпасов, прям больше, чем нужно. Ну, я не понял, почему они среагировали на нас и начали все-таки... Пошлите сопротивлению секретное сообщение, окей. Короче, я немного не понял сюжета в этом моменте конкретном. Нет, я просто хочу убедиться, что немцы нас не найдут. Это те два брата, которых мы нашли на винодельне. Вы заблудились. Ладно, я поворачиваюсь. Опа, ребятки, рад вас всех видеть. Вуаля, смотрите, ребят, смотрите, что мы вам притащили, а? Будут поцелуйчики от красивых дам. Бонжур, Джульетта. Бонжур, нет, Джульетта. Бонжур, дед. Всем бонжур. Фантастика, это именно то, что нам нужно было. Отличная работа. Ничего особенного. Мы чуть не погибли. Ну, поцелуйчик будет. Ладно, кто-то собирает специальную бомбу для штаба гестапо. О, посмотри на это. Это немецкий бомбардировщик Хенкель 111. Похоже, королевские ВВС получили части его над Англией. Короче, подбили его. Но он сопротивлялся. Ха, будем надеяться, что он не попадет в книжный магазин. Да что с тобой такое? Нам лучше перебраться туда, на всякий случай. Я бы... Они ведь... Перевод очень странный пошел местами. И я надеюсь, они не хотят поехать к этому самолету. И... типа... Нет, не хотят, они просто... Мы едем по городу. Нет, ну вот кто бы что ни говорил, а форма у немцев была очень красивая, очень стильная, на самом деле. Прям очень стильная. Тут вопросов нет. Самолет упал все-таки, смотрите. Ой. Он упал в крышу. Каковы шансы? На что шансы, чел? Я даже не понимаю, о чем идет речь. У нас есть еще большие проблемы, чем это. Они окружают всех гражданских. А нафига они это делают? Жесть. Тут реально серьезные, блин, обломки. Вы только посмотрите на это. Какое-то безобразие. Интересно, пилот жив или нет? Джульетта, это Эми, она милая девушка, но выше ее головы. Позволь мне разобраться. В штаб-квартире не хватает персонала, поэтому они послали меня сюда. Мы должны обезопасить этот район. Они просто забрали старика, который владеет книжным магазином. Он был ранен? Нет, он действительно использовал много интересных ругательств, когда его сажали в грузовик. Но, Джульетта, мне страшно. Я не знаю, что делать, никто меня не слушает. Поговори со мной, я послушал бы. Меня заставляют в этой игре всех слушать. Слушайте, вы все знаете, кто я. Я девушка, которая знает всех местных жителей. Молодец. Я та девушка, которая дарит командирам шоколад, вино и даже модные духи для их жен. А иногда и для их любовниц. Так что я их любимица. А вот Эми моя любимая. Я бы посоветовала вам прислушаться к ней. Данкешен. Во, слушайте Эми, кучеряшку. Пора импровизировать. Ну что будем делать? Я буду держать всех подальше от магазина, пока ты ищешь бомбу Марселя. Она должна быть наверху, в его тайной мастерской. Поторопись, лейтенант, время очень важно. Такс, ну чё? Обыщите спальню. А как мне пройти туда? Да блин, почему пушка постоянно выхватывается, непонятно. То есть я не подношу даже толком и... Ну ладно. Можно почитать? Будем читать книги? Но они ни о чем. Ага, это печатный станок древний. Ну ладно, не будем заниматься глупостями. Реально нужно подняться наверх и найти эту бомбу. От этого зависит наша спецоперация. Очень красиво здесь. Но чувствую, закончится это плачевно. Стопудово придется откуда-нибудь отсюда отстреливаться. Там что-то было, мне показалось. Похоже, показалось. Так, думай, как Марсель. Где могла быть бомба? Где бы я ее спрятал? В шкафу? Но я бы не прятал бомбу в шкафу.
Я бы, не знаю, спрятал бы ее в камине, в трубе. А вот, кстати, и ключ. Смотрите-ка. И... Откройте кухонный шкаф. Чё? Это какой? Это не этот же, да, шкаф? Так, кухонный шкаф. Это где-то здесь. Это, возможно, вот это кухонный шкаф имеется в виду. Какой кухонный шкаф? Что такое кухонный шкаф? Кто мне объяснит? А, вот он. Ха-ха, вижу. Окей, вижу, 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 вижу. Ага, и... Аптечки. Положите код на пианино. А мне ведь не нужно будет сыграть мелодию, чтобы... Сыграй, куда вы охренели? А как? А, снизу написано FFGG. Во! Хе. Ну, прикольненький, прикольненький тайник прямо в доме. Как он все это время оставался тайником, совершенно непонятно, но... Блин, это палево какое-то, прям жесткое, вы посмотрите. Прям очень жесткое. Так, а вот эту штуку я возьму, пожалуй, буду ей пользоваться какое-то время. Ты раскрыл свое прикрытие, блин! Но я просто хотел протестировать пушку, ладно? Появился я, слава богу, тут же. Давай, заменим вот эту винтовку вот на эту. Добавьте динамит к бомбе. Так, это... Динамит к бомбе. Вот динамит. Готово. Нужно еще где-то динамит найти. И еще кусочек, отлично. Так, а это что-то типа гранаты? Ладно, я это выкинул, надеюсь, оно не взорвется. Нужен еще динамит, возможно, он в коробке лежит. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это будет мега-бомба. Ну, добавьте взрыватель к бомбе, это похоже, что он. Так, поднимите бомбу. Отдайте бомбу Джульетте. Джульетта, это мой подарок тебе. Я твой Ромео, а это мой подарок. Смотри, что я сделал. Блин, а если там уже внизу фрицы... Ой! Так, вполне вероятно, что в этот момент нас могли начать бомбить и британцы. Вполне такое может быть, почему бы и нет. Так, аптечка мне пока не нужна. Конечно, вряд ли бы они стали бомбить французский город, но если тут одни только фрицы, почему бы и нет? На. Это тебе. Я стал еще меньше ростом, по-моему. От миссии к миссии я увеличиваюсь или уменьшаюсь. Вот, я вытащила это из полки. Это сообщение, сигнализирующее сопротивлению, что атака вот-вот начнется. Давай. Как только заиграет музыка, нацисты узнают, что вы помогаете. Поэтому убедитесь, что вы готовы. Удачи, лейтенант. Увидимся в штаб-квартире гестапо. Удачи тебе, малышка. Ну что, я готов отстреливаться. У меня есть новая винтовка, и мне не терпится испытать ее в бою. Плюс, вероятно, у меня осталось... Ой, да, у меня еще остался и... Ай-яй-яй-яй, МП-40 мой. А что, где моя? А где пластинка? А, на этом, на теле. Ха-ха, приклеилась. Никогда я не видел в играх такого большого, ну, МП-40. Он реально здесь выглядит огромным. Обычно он меньше. Так, с пластинку нужно вставить в граммофон. Где он? Это не он же, да? Нет. Так. А вот и он. Отлично. Ну, ребята, ну понеслась. Пробивайтесь из города. Стоять! Не обстреливай меня так! Я ж перезарядил пушку. Воу! Вот эта хедшотина подъехала. И тебе, дружище? Почти попал. Ладно, лучше двумя руками. Так хотя бы видно, куда стреляешь. Одной рукой перезаряжаешься. А ну-ка. Можно вот так делать. Хорошо. Мне бы патронов бы закинуть сюда. Похоже... Прикольно. А как оно перезарядилось? Очень странное оружие, как оно перезарядилось?
Оно автоматически заряжается, офигеть. Так, ладно. Прикольная вещь, чисто побаловаться, но практическое применение у нее, конечно, сомнительное. Гораздо лучше и понятнее МП-40. С ним-то я пока и побегаю. Так, ну шо? Куда ты собрался гранаты-то бросать, придурочная твоя голова? А ты чё бегаешь? Жесть, он прямо через окно умеет по мне стрелять. Так, ну вроде бы здесь с несчастными... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я обратно в здание. Извините, я, конечно, попутал. Я обязательно вернусь еще. Воу, воу-воу-воу-воу-воу. Чёрт, срочно. Воу-воу-воу! Ну-ну-ну, помираешь же уже, ну помираешь же! Фух, снял, отлично! Надеюсь, я не привлек внимания слишком много. Так, патроны бы собрать. Ага. Возьму винтовку снова, это патроны для меня. Так, а вот эта штука, по-моему... Нет, она никак не отличается. Показалось на секунду, что приклад отличается. Это свои, не свои, нифига. Ой-ой-ой, под музычку... Веселуха. А где все гражданские? Могли бы, ну, взять свои ружья и помогать мне стрелять из окон. Так, шпион бежит. Тоже мне, блин, сопротивление. Где ваше хваленое французское сопротивление? Я не чувствую его. Давайте же, поднимите флаги и сопротивляйтесь. Воу, что это за подстава была? А вот, похоже, и оно. Молодец, лейтенант. Теперь у нас назначена встреча в штабе гестапо. Ну чё, поехали? Я можно сяду на мотоцикл? Поедем, да? Не знаю. Надеюсь, что да. Хотелось бы проехаться. Штаб-квартира гестапо, друзья. Пробивайтесь в отель Дюбисьон. Ну? Вот оно, мы сражаемся во дворе. Джульет будет впускать нас. Он сказал, что отключит сигнализацию. Не хотите поспорить, что он это не сделал? Ха-ха-ха! Ну молодцы, ребятки, сейчас что-то будет. Иисус Христос! Поехали! Ну что, понеслась, пушка-то моя со мной. Ладно, я тоже умею бегать, тоже побегаю. Я думал, это будет, ну, как-то поумнее, спецоперация, не знаю, мы там пролезем через канализацию или что-то в этом духе, или замаскируемся под немцев и потом войдем внутрь, но мы просто в лоб штурмуем, это глупо, ведь в любой момент может прийти подкрепление, типа, а как мне пробиться? Так, ну, наверное, буду идти туда, где и все, тут должен быть спуск. Так, по воде можно бегать? Да, отлично. Ну, прикройте меня, прикройте. Попробую добраться до задней части отеля. Патроны-то закончились? А патроны-то закончились? Куда стреляешь-то? Куда ж ты стреляешь? Ну, ребятки, ну с вами, конечно, каши не наваришь. Так, ну, вы скажите, пожалуйста, что там патроны есть. Да, 32 патрона. Не густо, конечно, но все же лучше, чем ничего. Побежали вперед. Стоямба. Это я тоже забираю для себя. Кто? Откуда? Блин, из окон это неприятно. Ай-я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 й. Ах ты! Скотина, сдохни! Фух! Так, срочно подлечиться. Короче, здесь нужна винтовка, реально. Тут без винтовки вообще никак. Так, ладно, вы не перебили их, да, еще? Yes. Действуем аккуратно, мы же как спецназ типа работаем, да? Было попадание, не было. Так, аптечку вот, под аптечку я возьму себе. Разрешите, пожалуйста, патрончики. Ой-ой-ой-ой, ладно. Винтовка не откладывается пока на потом. За кустом скотина спрятался, не попасть по нему, не увидеть его. Давай высунь свою морду наглую, сыкливую. Я тебе в голову попаду сейчас. Не попал. Так, ладно, в другого, значит, попаду. Yes! Критическое попадание в нос. Чё, все? Ну, как знаете. Сколько у меня боеприпасов? Вроде бы взял целую коробку с патронами, но при этом он все равно пустой, мой МП-40.
ты чё пугаешь меня так, Олли? Блин, я знал, что у тебя будут одни проблемы, когда начинал играть. Ну, чтобы столько. Гаечный ключ. Я вооружен и очень хитер, имейте в виду. Охраняйте двор. Ах ты, что там, смотрите, лежит и непонятно, что это. Так, что это такое под обведенное контуром? Ой-о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 й. Патронов. Ну давай, давай. Блин, Олли, прости. До свадьбы заживет, блин, патроны закончились. У меня патроны закончились вообще все. Дайте мне, дай, красотка. Да, ты очень боевая и знойная. Но где боеприпасы? Чего мне драться? Чем? Вот этим, что ли? Что это? Во, патроны. И нифига они не от винтовки. Может быть, отсюда? А я собираю патроны. Можно узнать, для чего я их собираю? От чего эти все патроны? Типа, это же... Ладно, я сбегаю вон туда, посмотрю, что там. Нет, ну серьезно, вы видели, да? Я поднимаю патроны второй раз, и патронов там нет. Гранаты, вот это... О, во. Так, патрончики, хорошо. Маузер, прекрасно. Вместо... А где мой маузер? За... Я понял. Так, здесь есть патроны? Yes, отлично, вот теперь можно повоевать. Вот теперь мы готовы к штурму. Надо было заранее так подготавливаться. Мне ни боеприпасов не дали, не дали оружие выбрать. Хотя... Ой, там офицеры уже полезли. Хотя, ну, мы украли целый, блин, склад оружия разнообразного. И выбора при этом никакого нет. Так, ну что, идем во двор. Откуда? Пулеметчик из окна стопудово. Как-то он криво стрелял из пулемета. Достаточно. Ну, зачистили просто от жуков весь двор, и я доволен. Ну что, врываемся внутрь. Угу. Пустите меня! Не пускают. Задача, охраняйте двор. Ну, как бы, окей. Похоже, где-то какой-то скрипт немного подглючил, потому что я во дворе, я его охраняю. Давайте попробуем сходить к этой штуке, которая подсвечена. Она ведь не просто так подсвечена. А пройти здесь нельзя, ладно? Кто? А, в окне, смотрите, еще один есть. Возможно, в этом проблема. А, у меня патронов нет. Ну, теперь должно быть лучше. Во! Не-не, все нормально, друзья, все нормально. Моя была ошибка. Фух. Все нормально. Ну чё, бойцы, понеслась? О, черт, тебя ранили, что ли? Ой, тебя ранили. Блин. Она сильно ранена, нам нужно отвезти ее обратно в книжный магазин. Ну, не до этого, да, нам сейчас? Не до этого. Давайте мы все-таки уничтожим штаб гестапо, а потом уже пойдем книги читать. Давай, что ты там мне даешь? И на войне, ну это война, понимаешь, да? Это что? Зажигалка. Ну, пригодится. Сожгите список. А, это ж список шпионов, да? И членов сопротивления, кого подозревает гестапо. Если мы его уничтожим, то все, подозреваемых больше не будет, я полагаю. Взорвать сейф, сжечь список. Ну хорошо, а чем... А, у меня же взрывчатка. Взрывчатка у дамочки, которой я ее передал. Так, ну мы наконец-таки оказались в казематах немецких. Ну давайте смотреть. Так, знать бы еще куда идти. И если... Очень странно, что я увидел здесь бойцов. Об этом я и хотел сказать, так как, ну, когда мы штурмовали здание, почему они не вышли защищать? Почему они попрятались тут повсюду? Так, ладно. Здорово. Какой-то швейцар. Кто еще? Ой, они друг друга убивают уже. Молодцы. Просто молодцы. Чел. Тебя убили свои же. Во, невезуха. Вот это, блин, бывает. Я тоже в Оли стрелял, но Оли оказался бессмертным чуваком. Ой-ой-ой-ой-ой. Что тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Держите гранату. Блин, криво очень кинул. Еще бы подлечиться. Так, ладно.
Молодец, слушай, прикрываешь-то ты нормально? Вообще от души, красавела. Патрончики, патрончики, патрончики собираем. Пригодится. Каску одевать я не буду, хотя от нее пользы, конечно, могло быть много. Жесть, они тут все забили, заколотили. Блин, круто, круто, круто. Это реально штаб с различными устройствами, печатными машинками и прочими радарами. Здорово. А вот и какой-то... Не туда ты зашел, чел, вот очень жалеешь, наверное, уже. И ты... Ребята, 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 были бы вы в касках хотя бы, у вас появились бы шансы. А то что это такое? Шапки не помогают, шляпы тоже. Так, это план, действительно. Прикольно. Прикольненько. Ну ладно, идем дальше. Я все-таки в этих вещах не понимаю. Мне сказали, иди взрывай. И я такой, окей, окей. На этом мне мозгов хватит, что-то взорвать. А планы продумывайте сами. Кстати, попробую использовать ножик. Никогда его еще ни в кого не метал. Так, аптечка. Не знаю, насколько эффективное средство. Патроны возьму. На всякий случай. Есть еще что? Еще патроны. Так, а вот это что за устройство? Это музыкальная шкатулка, прикольно. Так, ладно, я с ножиком, в бой. Давай. Чух. Чух! Неплохо, неплохо. У тебя немного лицо поранено. Покровит и перестанет. Такс. Дополнительных бойцов будете выводить, нет? Жесть, они тут забаррикадировались? От четырех сопротивленцев. То есть, ну, они увидели Оли и такие думают, ну нафиг. Если такие, как Оли, идут на войну, то уже все отчаялись окончательно. Ах ты. Ладно, я подбегу к тебе. Жаль, ножа нет. Блин, мне очень понравилось бросать нож. И делать это, кстати, несложно. Есть еще кто? Блин, пока это, наверное, самая классная миссия. Изнутри все это дело рассмотреть, это прям очень круто. Так, теперь куда? Полагаю, сюда. Да. Ну, на лифте не стоит е... Блин, она такую лиц... Харюс скорчила. Что с тобой? Все нормально, мы прорываемся. Мы одерживаем одну победу за другой. Мы обязательно выйдем победителями из этой битвы. Мы сожжем все списки, взорвем все здания, убьем всех мерзавцев. Ну, нет, она думает о чем-то, смотрит в пол такая, типа... Какое я хочу сделать лицо себе в этот раз. А, надо было вызвать лифт. Или она думала... Блин, он опять ничего не видит. Именно в нее стреляют. Тя-тя-тя-тя. Тя-тя какая ты. Ух ты, ну давай, 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 посмотрим, кто убьет больше. А, это свой. Не так быстро. А, я как раз шел тебя искать. Бедный чувак, вы его замучили. А я все еще маленький. Но я стану рядом с тобой, чел. Смотри мне, а? Я хоть и мал, да удал. Поднимайтесь наверх, поехали. Блин, почему я такой маленький? Я не понимаю. Почему меня призвали на фронт с таким ростом? Можно мне пистолет? Ну вообще, кстати, могли бы ему дать пистолет. Могли бы. Если бы он хотел их подставить, он бы уже давно это сделал. Давно бы уже. Хотя они же его шантажируют, так что тут тоже такое. Мед, что происходит? На нас напали? Короче, такой двойной агент-мерзавец. Но на самом деле он просто пытается выжить, и обвинять его тоже за это не стоит. Так, что ты носишься туда-сюда? Там нету камер. За нами никто не следит, у тебя паранойя. Успокойся. А! Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты! Ой, убили, блин! Попал в ловушку. Высунуться направо нельзя, получишь выстрел в лицо. Налево тоже нельзя. Там тоже проблемы, ладно. Тогда не буду так действовать больше дерзко. Сначала тебя убью. Потом сделаю вот так. Где гранату дай? Вот так? Ах.
Она, оказывается, при прикосновении взрывается. Ну ладно, буду знать теперь. Есть чего? Давай. Мог бы не прятаться все это время от меня. Продолжаем движение. Ну что? Не удивлюсь, если они сейчас где-то в комнате танк выкатят. Потому что такие, блин, укрепления строить против 4 человек, вы бы сразу бы стали у своих позиций в окнах и расстреляли бы нас. Нет, вы попрятались, как жалкие крысы. Ну что, взрываем сейф? А, поджечь же нужно еще. Отходим, 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 отходим. Сейчас что-то будет, взрыв. Давай. Бэмс. Зажигалку я оставлю себе на память. Это и есть тот самый список? Ну, прямо скажем, список-то был небольшой. Теперь начинается самое трудное. Мы должны бежать. Ну что, побежали? Ну а продолжим с вами, друзья, мы уже в следующий раз. Надеюсь, видосик вам понравился. Мы уничтожили, ну, всех людей, которые были в штабе гестапо. Сам штаб, к сожалению, не взорвали. Но теперь нужно сбежать. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Счастья вам, друзья.